Я Владимир Иллин. Долгое время работая за границей, я понял, что я хочу открыть что-то свое. Работая в ресторане Масрабель в Италии, в Испании, я понял, что такое кухня, что такое работа на кухне. В моей жизни есть две женщины. Это моя жена и моя работа. Пришло время открыть что-то свое. И вот я открыл ресторан «Микс». Почему я его назвал «Микс»? Потому что я решил связать несколько кухонь вместе. Все, что знал от японской, от русской, от французской, итальянской, испанской кухни, я замесил в одном месте. Многие люди спрашивают, почему в «Миксе» нет классических блюд. Потому что я считаю, что классика – это достаточно вкусно, но банально. И поэтому мы назвали свое направление в городе Таллине «фьюжн», что означает смешение нескольких направлений. Смешав кухни Франции, русской кухни, Италии и Испании, мы получили свое видение в кулинарии Эстонии. Поэтому в моем ресторане можно попробовать все от пасты до устриц. Хотел бы вас пригласить сюда, попробовать наши блюда и с удовольствием бы ждал вас у себя в гостях. До новых встреч, до свидания.